Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри, учись. С вами Миша и Егор. Сегодня у нас новый баратрумчик в 7.36b патча. Баратрум сейчас стал очень актуален. Его, в принципе, и до б-патча пикали часто. В основном на саппортящие позиции. Вот, но кор баратрумы тоже встречаются. Там мид можно скатать на фейн. Вот нашли игру на фейне. Будет как раз соляра. Интересный закуп. Вот, и по баратруму, я думаю, многие соскучились. Я уже не помню, когда мы в последний раз его смотрели. Давненько меты баратрума не было, поэтому я прям с кайфом хочу глянуть. Плюс еще Кай Яша. Такая новая. И интересный аспект у баратрума. Вот этот вот боураж. Ускорение от чарга действует некоторое время после окончания разбега. Вот это именно в реализации очень эффективно прям выглядит. И наглядно, вот, когда вот именно вот он разгонится. То, как он носится, прям прикольно, прикольная тема. В общем, увидите в этом реплее как раз, как этот аспект работает. Мне кажется, он очень силен. Вот. Ну и, соответственно, учимся играть на 7.36b баратруме. Это играет у нас Толпа. Интересный хук от Пуджа. Тут причем игрока большая. 10 ранг на белке. Ларел есть на медовой темпларке. Кристаллайз. Потому что это кристаллис, это кристаллайз. Разные игроки. Вот, может, еще кого-то замечу, потом уточню. Всем заранее приятного просмотра. Всем привет, стартовый закуп на статы. Танков стартовый закуп не брал. Две гантели, циркулятка, три ветки. Танка привез после денег с баунти. И привез себе сейчас брейсер со стиками. Линия потенциально очень опасная выглядит. Но в то же время я не чувствую дэмэдж нового бэтрайдера. Будь это 35-й патч, было бы совсем страшно. Этот бэтрайдер аж с напалмом на первом уровне. Аспект баратрума немножко ослабляли, но 2,5 секунд все еще хватает для того, чтобы выписать ультимейт под увеличенным спидом. И также скорость передвижения теперь в шарде. За 1400 золота получаешь тому спида для первого скилла. Немножко переставили таланты. Кстати, очень интересный тейк на тему того, что давно не было мета баратрума. По-моему, мета баратрума так и не закончилась. Как была на инте, так и оставалась. Вплоть до выхода 36-го патча. И сейчас его тоже нередко пикают. Причем на 4 роли на все, кроме первой позиции. Что-то я, может, забыл, но что-то на инте не уверен, был ли. Хотя да, вроде был. Я не расслышал, ты про инт говорил? Да. После этого инта Team Spirit Breaker. А, точно. Ну да. Ну, не, на инте было, а вот после инта как будто героя там понерфили жестко. Team Spirit Breaker. Ну да, точно. Было такое дело. Так, кстати. Резко тут напали на бэтрайдера. Уже смогли под стрелу закомбинить, но что-то баш когда не прокнуло. Возможно, убили бы. Баш в 2. Заметьте, еще пришел на линию без топора. Вот таких героев. Идеально работает вот такой закуп через гантельки, там, в брейсер. Потому что очень много сразу же становится урона с руки. То есть, ну, гантельки дают силу, сила дает дэмэдж силовикам. Собственно, вот так может накупить кучу силы и каждого крипа задонаить. Каждого крипа завосхитить. И одна демка. Да, пуш какой-то странный. Не понимаю, как он куками мажет по крипам. Мне больше всего первый хук понравился. Который и не в бару, и не в рейнджевика был. Кстати, Мирана таки сгнила. Еще замедление от гранаты. На чарж скоро откатится. Фулл экспа и фраг для баратрума, если собаки не загрызут. Не, нормально. Возможно, кстати, и Пуджа еще убьет. Хотя... Но без двух большие подряд не прокатит. Ну да, не, тяжко будет. Реконнектнулся тут на Миране игрок. Собственно, линия продолжается. Пока по дефолту фейзы. В принципе, в этом плане ничего нового. Фейзы — это очень важная штука для баратрум, потому что надо накупать мувспид, вот механика, вот примерно как у прайм-убиста какого-нибудь. То есть твоя скорость передвижения — это твой дэмэдж. Плюс фейза можно во время чаржа нажимать. Поэтому предмет обязательный. И, кстати, про врожденную способность сказал, да?
Про рожденную, кстати, как раз забыл. Вот врожденная способность еще интересная. Скорее всего, из-за этого на сопротивляющую роль преимущественно пикают Баратрум. То, что вот видите, герой с наиболее низким уровнем в команде владельца этой способности получает на 50% больше опыта. Вот опять же, приятная тема. Так, ну и ситуация идеальная. Конкретно на линии Баратрумчика. Фулл фри получилось, но вот на других линиях беда. Темпуарки, довольно-таки много, 3000 нетворса. Тоже фулл фри фарм видим. Вот, и у Нигмы много. 3000 нетворса, точно так же, там даже 2 килла, 1 ассист у Нигмы. Не знаю, как они так линию уничтожили. А, кстати, нажал глиф. Как раз быстрее вот подход... этих крипов зафармить не сможет. Да, вот под фейзы. Под фейзы легко так кивы оформлять, дэмэджа очень много. Еще баш прям своевременный выпал. Башек в 3. Тут же очень больно прилетело. Кстати, сейчас 6 уровень апнет. Может быть, под 6. Мид сгоняет как вариант. Либо вообще-то, не знаю, опа. Какой-то смелый на бэтрайдере, но, кажется, не может себе позволить идти его убивать. Стакнул здесь кемп. Так, вот по билдаку интересно. Я уже забыл, как там билдились. Через Октарин, по-моему. Мидас Октарин был билд. Когда мета Баратрума была. Потом Октарин миллион раз занерфили. Мидас миллион раз занерфили. Мидас еще, да, тоже миллион раз занерфили. Октарин после НТ я не помню, чтобы ослабляли. Вот только в 36-м. Ну, то, что разобрать, не разобрать, вот эту тему не... А, понял, да-да-да. С вангуардом, когда вот эти всякие приколы были. Блин, кстати, как будто мог не отменять. Мне кажется, он бы не попал на пуджу. Ты просто в этого пуджа уже не веришь, скажи честно? Да. Так, кстати, смотри, ультимейт нажал. И что задумал? Ультимейт, видимо. Просто прогресс. Хотя сейчас чаржа будет, возможно, убьет. Башек в 3, фейзы. Нужен баш, нужен баш. Если баш убьет. Не, баша не прокнул. Ну, а как баш... не слишком быстро бегает пудж? Да просто виндлейс фейза. Обидно, не хватило башика одного. Так, ну да, все-таки аватар получается. На корборатруме. Тоже мовспид. Дэмэдж. Очень приятный айтем. Так, и, кстати, пуш, видимо, умрет. Или нет? Нет. Бабара не умер. Мне кажется, если бы он среагировал сразу на его чарш нажал, возможно, убил бы. Хотя вряд ли. Это был чарш, чтобы знаменосца добить и по бэджу проехаться заодно. Хорошая реакция. Сразу вниз трейфанулся. Под бушвоки не подставился и из-за этого выжил. Хотя могли убить спокойно. Но не пошло со знаменосцем слишком много магического резиста. Есть помощь. Баш 4. Даже без помощи справился, я думаю. Ну, приятно. Кил достался. Это Ворш 4. 4700 сразу же в гейт еще тэпнулись. Немного с опозданием тавер-то уже Энигма сломала, но, кажись, настигнут тут ее в любом случае. Ультимейт не пожалел. Теории могли без него нажать ничего. Ну да ладно. Это первая медуза, которую я вижу в патче, кстати. Очень странный герой. И второй аспект, если вот этот аспект играбельный, даже более чем на 10 секунд назад мотне медузу показывал, то второй аспект сжигает ману медузе, чтобы она получила скорость атаки в процентах. То есть пока у тебя мало скорости атаки, ты вообще не получаешь за это бонуса по сути. Когда у тебя слишком много, то ты быстро упираешься в лимит. 700 единиц. Сопротивляющая Мирана, кстати, с альтернативным ультимейтом.
который урон скорости так и дает. Нейтралку бы. По нейтралкам у них что-то беда, да, походу. Кстати, вот этот аспект, видите, после чаржа гоняется вообще как угорелый. Ну и творц неплохой. Отстает только от медовой темпларки. И то не особо сильно. И каким-то чудом добил тавр. Мне казалось, что против катапульта вообще его никак нельзя схитить. Но нет, справился, это при том, что он еще в мид пялился между делом. Мне бульдоз, что интересно, даже в единичку не взял. На восьмом очень часто бульдоз берут в единицу, первый скиллпоинт очень мощный. 40% статус резиста. Себе баш за максимум с чаржем. И есть бабки на аватар. В честь этого ТП на базу нажал. Сразу взять аватар, нейтралку. И в кого-то, видимо, чарж будет нажимать. Виндвейс еще докупил, это тоже мувспид. И брочку взял. Брошь это мувспид, соответственно, дэмэджа больше будет. И вот и чарж поехал. Такой ранний аватар противники будут не ожидать. Так что могу тут забёрсить эту темпварку спокойно. Руны щита. Да, я все среагировал, нажал. Не, слушай, там от СМ-ки много дэмэджа. Сейчас руна щита вообще без шансов, да? Вару. Погиб. Я шакаю в бигбай сразу же. Неожиданно. Я думал, будет сперва Октрин. Или даже шард Октрин. Ну, вот у этого билда большой минус. ХПП маленький. Вот в чем вообще плюс Октрина, что у тебя, ну, во-первых, на все твои скиллы работают, у тебя куча активных кнопок. У тебя есть способности, ой, и предметы тоже активные. Вот, но помимо этого еще и плотность дает для баратрума. Если вот вы видите, он купит себе «Я шукаю», и у него так и, по сути, останется по ХПшке. Так, тут реконнектнулся White Spirit. Ой, или кто-то. Ну, он, короче, реконнектнулся. Вот и вот стоит учитывать, что это жадный билд, и легко. Легко подставиться с таким билдом. Из-за того, что мало хп. Зато фармит баритрум через Яшукая очень хорошо. Это и много маны, и spell amplification. Но кстати, через Октрин не намного хуже. Октрин просто появляется чуть позже. Он ведь еще без бульдоза играет, то есть там, ну, реально может намотаться спокойно. Пытается какой-то таргет найти, убить, но... тяжело. Противники аккуратно играют. Хрен знает, где и качаются. Даже в смоке были. Вышли мид. Я думал, кстати, что Медуза вот-вот умрет, потому что Медуза дважды выходила на линию, и после этого спокойно переходила в лес. Как будто так и надо. Бульдоз бы сюда. Бульдоз появился, моментально был сыгран. И минус два размененного спирита. С убийства которого файт начался. Ну, приятно максимально. Темпларка, на удивление, очень мягкая. Ее, по сути, просто саппортами убивают. Дождался, когда откатится фейса, и только после этого чарж двигал по грибам. С
фишек, а я передумал, кстати. Мне новость нравится. Соглашусь. Я шукаю, я уважаю. Но... Легко подставиться с ней. Как будто бы. Про шарт, кстати, я рассказал, про аганим не рассказал. Аганим и шарт местами поменяли. Ну и шарт, ой, аганим теперь работает не на одну способность, а длится 6 секунд. И магический резист не 60%, а 75%. Не уверен, что было 60, в моей памяти 60. Сейчас 75. И множество багов с этим скиллом пофиксили в Apache. Талант 10-го лабораторию качается не сразу, уже бульдоз надо замаксить. Как он, собственно, и делает. Ну, кстати, интересно, какой талант выберет. 4 армора против темпларки неплохо смотрится, но вот 500 радиуса обзора ночью тоже очень сильный талант. На саппортящем баре особенном. Думаю, против темпларки, наверное, все-таки армор возьмет. Вообще, мы несколько лет смотрели брейдрумов, которые играли с талантом на броню. И оба топили за талант на обзор ночью. И по итогу, когда бар стал метой, все прошенки выбирали правый. Ну да, тоже такое помню. Но я думаю, темпларка больно будет делать здесь зоны, поэтому 4 армора будет поинтереснее. Тем более бара коровый. Ой, тут ему попытался сбить чарж. Не смог. Повезло. Ну тут легкий килл. На белке, на темпларке и на батрайдера. Идеально он файт прибежал. Еще и баш прокнул. Ой, да ладно. Ой, молодец. Это было жестко. Теперь уже не так. Уже не так интересно. Это всего лишь двух сапиков они, по сути, убили. И да, темпларка там никак не выживает. Тут Вару разрулил. Делает акцент на лейновом фарме. За лейновый фарм платят больше, и на баре гораздо комфортнее фармить линию, чем лес. В лесу еще фишечка есть, водить курьера, чтобы давать им вижен. Он две фишечкой не пользуется, ленится. Настолько не заморачивается вообще ни о чем. Взял, давил лотос. Смерть. Ты же никак не прыпаешься. Нигма с каким аспектом? Хорошан для противника, кстати. Ларл без десоли будет играть на темпларке. Сразу доедался. Это же нереально умно. Как тебя? Это жестко. Вару пока прям больше всего выделяется. Он мид развалил. Но он умер два раза подряд после мида. Ну, с кем не бывает. По-моему, больше всех выделяется медуза, которая вообще не видит. Хотя ладно, у него столько же смерти, сколько у Ларла. Просто не в нашем экране. А в чем логика доедалась вместо дизоля? А дизоль на темпларке покупают, казалось бы, всегда, потому что это тавер дэмэдж и рош дэмэдж, но здесь кушается и рошится нормально с никами с пиджом. А дизоль не работает против медузы, потому что щит не включает в себя резиста. По медузе нужно просто дать больше дэмэджа.
Так, чуть-чуть доктрина осталась. Игра равная максимально. Большая темпварка, большая энигма. Пуджа, в принципе. Неплохой нетворс. Так, бейсик на линии светится в момент, когда мити замес. Там, правда, Егис. Сложновато будет подраться, хотя Барыч тут красиво вкатился. Сразу же в двух лоу-хпшных героев так прилетел. Может, еще успеет кого-нибудь подцепить. Есть ультимейт. Да, темпварки Аегис выбьют. Кто правильно что отменил, потому что там еще после Аегиса может пригодиться. Ну, хочется очень за парочку убить. Не стал. Саппорты попроще. Дисциплинированно решил. Оп, и белку еще подцепили. Итого, минус 4, да? Шикарно. И минус Аегис еще. Даже фраги подоставались. Нормас. Только купил Октарин, выиграл, он, видите, денег. 1100. Вот, ну и как-то попроще, не знаю, вот Октарин. ХПП, видите, 2500, уже получше. Плюс еще манореген очень важная тема. Октарин дает манорегена 6. Так что максимально комфортно на этом. То есть аватар быстрее кдэшится, все кнопки быстрее кдэшится. ХПП, манопул, манореген. Про второй тир вспомнил. Для меня очень жизненно про второй тир забывать. Да, бывает такое. В принципе, есть нейтралки. Хорошие для парфума. Так, ну теперь уже можно я шукаю покупать. Ну, либо тут... У Атара Октарин БКБ, либо такой билд, самый популярный на кор. Либо вот у Атара Октарин Яшакая. Это, очевидно, чуть пожаднее. Часто бывают игры, где нужна БКБшка. Здесь, в принципе, хороша. Хорошая игра для БКБ. Немного жадно поступает. Ну, посмотрим. Два предмета ты забыл. Это Мидас, который все еще актуален, пускай и не так. И Виндвейкер, которые очень часто покупают раны на Бредруме. Но Виндвейкер так же, как Бульдоз, контрится нульфаером. Мне казалось, Виндвейкер четвертым-пятым слотом. Но я очень часто вижу Виндвейкера третьим-четвертым. Ну ладно. Отменял тычку, чтобы завосхитить. Уже, смотрите, 3000 голды благодаря этому файту. Нетравку, кстати, взял себе плетку. Максимально приятная тема, то есть манореген, хпреген, все, что надо. Крутая еще активка, если не забывать про нее нажимать. Опять же, но она не нажимает во время чаржа. Это да, это тоже стоит учитывать. А был патч, в котором у плетки убрали время применения. Казалось бы, настолько бессмысленное изменение. Я был уверен, что это для того, чтобы Бар мог чарджи ее нажать. Но нет, не может. Надо не забывать перед чарджем нажимать. Так, и таван 15-го, кстати, не озвучили. 3 секунды перезарядки бульдоз. Тут опять же, 45 урона, конечно, манится жестко. Но вы прикиньте, когда у противников нету диспела... Когда у вас при этом еще Эктарин, это просто бесконечный бульдоз, а бульдоз дает очень много на барыче. Бульдоз — это 70% статус резиста, 20% скорости передвижения. Что этот талант посерьезнее будет. Ну, исключение — это если есть диспелы какие-нибудь. Если вам диспелят там всякими юами бульдоз, то можно 45 урона взять. Чат просто прекрасен. Передумал. Так, кстати, он еще шард купил. Слушай, шард же новый на Баратрума. Ты, по-моему, не говорил, да? Дважды говорил. А, ну окей. Шард я вообще забыл, он же теперь скорость
Скорость дополнительно дает от первого скилла. То есть еще быстрее, еще больше дамаджа. И, кстати, первый скилл нажимается в БКБ без дополнительных условий. Без шарда, без талантов, без аганима. 36-м патче. Не успел тут на белку. Ну, он, кстати, по смокам, а оно палево. Ну, смотри, как гоняет после того, как этот чар закончился. Ага. Еще ему спида. Я не замечал раньше, что скорость спадает постепенно. Там прям жестко можно покосить, чержануть, сразу же убежать. Не стал пытаться. Если бы вот спирит был рядом, было бы понадежнее попробовать. Ой, ой. Медуза притянула. Но она, кстати, долго живет. Ой, ой, чарж. Три героя просто задел. Плюс еще и Энигму зафокусили до начала файта. Позиция идеальная получилась. И Паджик один оденешник остался. Вообще замечательно получилось. Он продолжит тему. Учитывая, что мусспид спадает постепенно, а не держится. Эти 2,5 секунды. А то, что я говорил в начале игры про ультимейт, не актуально. Может, это в Б-патче сделали? Просто я не верю, что я неделю играл с Бэтрумом и не замечал этого. Да ну. Да, реально убьет. И, кстати, успел под бонусным дэмэджем от аспекта. Вот выбегать очень, очень приятно. Ну, нормально. Я про другое, что он с ультимейта ёбнул сильнее за счет аспекта. А-а-а. Кстати, да. Это за бомб. Да, Энигму... Ой, Медузу все-таки убили. Под хук, видимо, подставился. Значит, будут просто качаться до респауна Медузы, скорее всего. Вряд ли что-то придумают. Медуза 20 тысяч на Творца. Закончилась просто моментально. Зерно урона мудрости. Как же это было грязно. Я пошел смотреть активные руны. Инициатива за Дайр. Так что руны достаются им. А тебе не кажется, что новый Бретрум Блейзи гораздо слабее стал? Ахтин на 25-м есть талант от Лунного Чаржа. Все, вопросы сняты. Нормально. Все, что он теряет, получается, это 100 муспида. С таланта 20-го. Потому что было 200. А в шарде 100. А хотя, может, резали талант? 75, может, было. Такое в памяти тоже есть. Нейтралку на мувспид взял. Туника. И, кстати, смотри, барабан на ботинке. Чтоб прям вообще гоняться люто. Два ботинка мы только на двух героях видим. Прямо убийство и Spirit Breaker. Ну да. Так, тычка с аватара и вроде успевает. Да, отлично, там даже без баша хватило дэмэджа. Еще третий герой, кстати, на котором я два ботинка видел. Угадаешь? Не знаю, кто. Визаж в мету крифсов. Пас грифсы, потом барабаны ботинки. Кстати, сбил Энигму.
продлевать стемпларку не стал. Все равно получилось. Бонусом еще и сыр выбери. Какой прекрасный блэкхол. Жаль, коров нет. Медуза долго живет. Но... А я на секунду поверю, что она на развороте сможет. Как это было близко. Эх, чё, и паджик выжил еле-еле. А, ну смотри, цемка. А я не слюбит. А, ну там трапа. Даже Игис. А, ладно, Игис выбил. Снова по итогу залетела. Кстати, барабан на бассейнке у цемки есть. Будут два зеленых тапка играть. Ой, спирита, кстати, глянь, какой нетвор скромный. Особенно если с медузой или бредрумом сравнивать. Талант на универсальный барьер от третьего. Кстати, ты много спиритов в последнее время видел? Это когда только патч вышел, и там его даже в оффлейн брали. Ему просто в патче перерезали вообще все. Ну да, вот я о том говорю, что потом что-то пропал куда-то, видимо, поэтому. Резнулся бара. Сразу то пришел отпушить на топе, кстати, вероятность умереть высокая. Даже лотар не нажимал. Ты сам на ком в патче играешь? Не играешь в патче? Ну, на мейне не играю. Только на видоса? Да. Ну, на чем приходится, то играю. Ну, смотрю в основном. На мейне давненько не играл. Как бы Эвен Двейк, про который мы рассказывали. И тут нежданно-негаданно файт Митя. Ни за Рошана, ни за постройки. Просто Резиант напали, проигрывая по нетворсу. Опа, нифига себе бухал, как сбил оперативно. Аджик один внешний остался. Кнопки шикарно получилось нажать. 25-й почти, кстати, есть. А чё он? Есть шанс, что он талант на вот этот, на чардж перезарядку возьмет. Просто как выделил этот талант, я про него даже не думал. Не, я говорил про лейт, я говорил про фулл-слоты. Из чего мы, да, чего мы не досчитались. А так, я думаю, правый. Ну и всегда, да. Дэмэдж. Дэмэдж — это крутая штука. Вот шанс срабатывания — это такое себе. А вот дэмэдж — это прям... Шанс срабатывания, я помню, я хвалил шанс срабатывания. Ты шанс срабатывания обзвал. А по итогу прошники стали его брать. Да, да. Я помню, с коллапса это все пошло. Не знаю, мне все равно барьер... Этот талант больше нравится. Опять же, диспелить нечем барьер. А, нет, нулифайр есть противников. Ну ладно. Мне нравится талант на барьер в полностью таком магическом баретруме. Примерно таким закупом, как у этого. Но если у тебя есть свободный слот 4000 золота, то к муншарду берешь этот талант и все.
У вражеского кора без бабочки игры больше нет. Он Пентворсу почти догнал Медузу. Сейчас Нетворс сильно упал от продажи предметов. А Медуза сильно вырос после ласт-хита, после двух ласт-хитов. А по ГПМу как у них дела? И по ГПМу, кстати, на полтинник целый отстает. Ну, красивая игра. Барик тут ультра много сделал. Согласен. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Это очень помогает развитию канала и, разумеется, мир вам.